Вембли. Мы рады вам. В комментаторской сегодня привычит минут. Не боятся играть в три защитника. Подобная расстановка дает противнику простор для фланговых атак. Как думаешь, увидим мы сегодня их фирменный стиль, активный высокий прессинг? Конечно, это то, за счет чего они добиваются результата. И состав сегодня подобран именно с этой целью. Отличное чутье у него. Смог мяч в середине поля перехватить. Ромелу Лукаку. Как отлично он мяч перехватил. Свисток арбитра, будет штрафной. Карточку почему-то решил не показывать. Жордан Веретур. Пеллегрини. Пеллегрини. Есть у него место для движения. Как же так, он не попал? А такая возможность открыть счет уже на первых минутах матча. Не хватило ему собранности в этом эпизоде, но игра только начинается, и моменты еще наверняка будут. Марцело Брозович. Хорошо оборона тут играет. Мы рады вам. В комментаторской сегодня привычит минут. Не боятся играть в три защитника. Подобная расстановка дает противнику простор для фланговых атак. Как думаешь, увидим мы сегодня их фирменный стиль, активный высокий прессинг? Конечно, это то, за счет чего они добиваются результата. И состав сегодня подобран именно с этой целью. Отличное чутье у него. Смог мяч в середине поля перехватить. Ромелу Лукаку. Как отлично он мяч перехватил. Свисток арбитра, будет штрафной. Карточку почему-то решил не показывать. Жордан Веретур. Пеллегрини. Пеллегрини. Есть у него место для движения. Как же так, он не попал, а? Такая возможность открыть счет уже на первых минутах матча. Не хватило ему собранности в этом эпизоде, но игра только начинается, и моменты еще наверняка будут. Марцело Брозович. Хорошо оборона тут играет. Мы рады вам. В комментаторской сегодня привычит минут. Не боятся играть в три защитника. Подобная расстановка дает противнику простор для фланговых атак. Как думаешь, увидим мы сегодня их фирменный стиль, активный высокий прессинг? Конечно, это то, за счет чего они добиваются результата. И состав сегодня подобран именно с этой целью. Отличное чутье у него. Смог мяч в середине поля перехватить. Ромелу Лукаку. Как отлично он мяч перехватил. Свисток арбитра, будет штрафной. Карточку почему-то решил не показывать. Жордан Веретур. Пеллегрини. Пеллегрини. Есть у него место для движения. Как же так, он не попал, а?
такая возможность открыть счет уже на первых минутах матча. Не хватило ему собранности в этом эпизоде, но игра только начинается, и моменты еще наверняка будут. Марцело Брозович. Хорошо оборона тут играет.